Почем шины для полицейской машины? Полтавские полицейские за бюджетные деньги покупают резину не только для ВАЗов, ГАЗов и патрульных приусов, но и для Лексусов и для Мерседесов. Для каких спецопераций полтавским полицейским необходим представительский класс? Пытались выяснить наши корреспонденты. Журналистка Дарина Синицкая, изучая систему госзакупок «Прозора», поинтересовалась, что же в последнее время закупала полтавская полиция. И сразу же наткнулась на весьма интересные факты. Першим же ж пунктом були 4 автошини для Лексуса. Ну, одразу зацікавила інформація, тобто, взагалі, Лексус у поліції якось дивно, хто на ньому їздить, для чого він взагалі використовується. Побачила, що є шини також для Mercedes-Benz, конкретніше модель не була вказана, і для Mitsubishi L200. И если Mitsubishi L200 журналисты еще видели у взрывотехников, то на какие спецзадания полиция выезжает на дорогом внедорожнике Lexus LX570 или на элегантном седане Mercedes-Benz, в полиции журналисту объяснить не смогли. Удивили и цены на резину. Вартість шин доходить, от для того ж Мерседесу, доходить до 16 тисяч гривень за кожну. Наприклад, оці шини для Лексуса полтавська поліція закуповує за 9,5 десь тисяч гривень за кожну, а на офіційному сайті їх вартість складає на 1000 гривень менше. Взагалом сталося так, що усі шини, кожне з найменувань десь на 20-25% дорожче, ніж взагалі їх ринкова вартість. Мы дозвонились в пресс-службу полицейского ведомства. Там уверяют, Lexus и Mercedes стоят у них на балансе и крайне нужны. Но для каких целей их используют, служебная тайна. Есть у нас Lexus, если такие машины у нас есть, это точно. И то, что они закуповываются в рамках членов законодательства, видно тендера, это тоже точно. А я просто не володію повною інформацією, де кого, яка машина на обслуговані, в якому підрозділі. 100%. Я знаю, я бачу ту машину кожен день. По подсчетам журналистов, даже закупая шины для «Лексусов» и «Мерседесов», полиция могла быть менее расточительной и сэкономить более 200 тысяч гривен. Но тендер выиграла фирма, предложившая самые высокие цены. Туда и ушли 815 тысяч бюджетных средств. Почему выбрали именно этого поставщика, в полиции также не объяснили. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал «Интер», Полтава.